Сегодня я расскажу о новом RB Battles Event в Build a Bot. Несмотря на то, что до него осталось 3 дня, можно посмотреть все его фишки и само прохождение ивента. Первое и самое крутое, то что из дерева можно сделать ключ. Но если точнее, если сделать его так же, как я показываю, и прикрепить сюда стульчик, то он превратится в настоящий золотой ключ. Прикольно, да? Типа мы из дерева сделали золото. Теперь мы можем его забрать и направиться к тому загадочному водопаду. Для этого я построю лодку. Осторожно подплываем к водопаду и заходим в первый пузырик. Здесь нам нужно открыть врата, потянув за некоторые книжечки. Это желтая, красная, розовая, синяя и зеленая. После чего открывается эта дверь. Здесь много всякого интересного, но нас интересует вот этот желтый сундучок, в который мы должны поставить этот желтый ключ. После этого открывается еще одна дверь, странная. Но здесь у нас есть игральные автоматы, в которых нам нужно победить, чтобы пробраться в следующую комнату. Правила в этой игре довольно простые. Красные наши враги, которых мы должны уничтожить при помощи синих бомбочек. Которых у нас всего две в запасе. Но если мы не уничтожим всех красных, используя две бомбы, то проиграем. Поэтому, используя любую программу, например, Paint 3D, можно предугадать, как взорвутся наши бомбы и разработать хорошую стратегию для уничтожения всех красных. И победить. Ну а теперь поподробнее. Для начала нам нужно нарисовать саму карту в любой программе, а потом посмотреть, как эти точки могут пересекаться. И найти идеальное место для наших бомбочек, после чего взорвать их. Но смотрите, не обязательно проходить все уровни, так как их тут бесконечное множество, как это сделал. Достаточно всего лишь пройти первый уровень и, используя эту стекляшку, посмотреть на код. Сейчас я покажу это поподробнее. Сначала нужно пройти сам первый уровень, по тактике, которую я уже сказал. Потом все взрываем и бежим к стекляшке и смотрим оттуда код. У меня это 0803. Вводим этот код в новейшую систему защиты, и у нас открывается этот огромный сейф. Нам нужно туда зайти и идти вперед. Идти. Ну, короче, очень много идти, и мы попадаем в комнату с порталом времени. Часики сломанные. В портал зайти мы не можем, потому что до ивента осталось еще 3 дня. Но если у кого-то получилось зайти, то напишите об этом в комментариях. Но я думаю, что там будет босс-файт с огромным компьютером, как это было в прошлом году. Ну а с вами был Геймс. И самое важное, что я хочу сказать в этом видео, это всем пока.